сегодня 7. Даша, догоняй. Догоняй. Если вы бежите чуть-чуть быстрее, можно перегнать вас. Лиза, не беги. Не дойти надо было, а добежать. Каталку бери. Я за 70, Даш, просто прыжки через скакалку, руки прямые. Посмотри на Велиславу. Велислава, прыгни, пожалуйста. Смотри, ручки прямые, вот так, через уши. Еще. Подряд. Давай, Анюта, давай, Велислава. Добрый день, уважаемые любители спорта, уважаемые участники, мы просим пройти вас к трибунам. Мероприятие. День физкультурника. Ура! Сейчас будут бегать кто-то. Сейчас открытие будет. Через 3 минуты. И что надо сделать? Ничего. Он говорит, если хотите, на трибунах, если будете смотреть, через сидушку, пожалуйста. То есть так не смотреть, да? Через сидушку сидеть? Сидеть через сидушку. Понятно. Социальную дистанцию. По колоннам встали? Левой ноги, первая линия готова. Правая, Лиза, я скажу с левой. Все знают, где левая нога. Приготовили левую ногу. Левую. А куда ей надо? Шоссе. Раз. Лиза, руками работай. Что у тебя с руками? Вторая линия пошла. Я устала. Лиза Ярмацева на двух ногах. Вверх. Виолетта, вверх. Полина, руками. Руками себе помогли. Коленочки в стороны разводим. Давай. Ну, простой бабочка. Да, ты пошла за тобой, Даша, все повторяет. Всем удачи, ждем вас на старте. Спасибо. Еще лицо вытирай. Да пусть лежу, Лиза. Все вытираем руки. С
Салфетки в мусорке. Нет, никуда ни, ничего не берет. Маш. Ой. Итак, у нас там старт первого участника нашего суточного забега. Один. Один будет бегать. Хорошо. Руки сзади в замок. Ноги вместе по шестой позиции. Дашенька, пошли релеве. Высоко поднимаемся. Волосы потели. 3, 4, раз, 2, 3, 4, раз. А ладно, еще 10. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2. Выжимаем, выжимаем через верх. 4 поменяли. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Стопу тянем, подъем. Пошли, считай, мама. Большой палец тянем. Громче, Алана, считай. Мирослава, не заваливай на бизинец. Да пятку-то поднимай. Считаю. И раз. Один раз это выпрыгнули, присели. Два. 3 натянули ноги. 4 выпрыгнули, стопы натянули. 5, 6, 7. 8 толкнитесь руками. 9. Два, подряд, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Теперь быстрее, прям ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. Бежим быстрее, быстрее бежим. Опять медленный бег. Раз. Соединиться. 1, 2, 3. Пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подтягиваем. 7, 8, 9, 10. Ее просто надо выпрямить. Не махать ею, ничего не надо. Просто выпрямить. Вы толкаетесь передней ногой. Вот смотрите, я медленно покажу. Просто сзади натянутая нога. Да. Пошли, не надо ею махать, я сказала. Она так поднимается, так и остается. Не надо.
надо ее поднимать, Лиза. Вот она есть, пускай, просто натянута. Работает, да, передняя нога. Пошли, раз. Два, считай, Алана, 10. Лена, вы посмотрите вначале, что делать. Делай стойку на лопатках. Раз. Опускаемся. Левая ножка сгибается. Поднимайся, Алана. Эта нога ставится. Встаете, толкаетесь этой ногой вверх. Как с коленки, только еще добавляем стойку. Как с коленки. Раз. Понятно? Пошли 10, Алана на правую, 10 далее. Алана считает 10. Потом она говорит: смена, меняем ногу. Пошли и... Раз. Выпрыгнули все. Молодец, Лиза. Да. Оля, соображайте. Только передняя нога работает. Толкаемся, толкаемся. Только 5. Передняя нога. 6. 7. Натягивайте ноги. Передней ногой толкаете. 9. 10. Смена. В двух ногах две ноги поставь. Посмотрели. Присед на двух ногах. И пошли. 20 выпрыгиваний вверх. Раз. Два. Вверх руками тянемся. Вверх, Алана, руками. 5, 6, 7, 8, 9. Девять. Руками наверх, еще 10. Вторая позиция. Выверни ноги, Соня. И, пожалуйста, садимся не на унитаз. Между ножек садимся. Еще вдох. Выдох. Да, сели, сидим в демиплие. Раз. Сидим в демиплие. Два. Ниже. Думаешь, тебе от нее легче станет? Она еще тяжелее. Ручки впереди поставь. Да. Встать поперек коврика, чтобы ноги нашли. Боком встаньте, чтобы ноги нашли. Сели, Алана, считай. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Хорошо, отдохнули? Продолжаем. Теперь смотрите, что делаем. Подскок, коленочка к себе. И меняем. И выпрыгиваем вверх. Вверх. Толкаемся. Толкаемся вверх. Пошли, Алана. Да просто подскоки. Просто как вы скачете, как будто вы гуляете. Подпрыгиваем. Раз, два, три. Вверх. Толкаемся. Стопы натягиваем. Три, четыре. Ладно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два. Теперь делаем этой ногой. Раз, руку поменяли. Два. И еще раз. Два. Ножку раз. Два. Раз. Два. Коленочку сразу. Раз. Два. Коленочку. Раз. Два. Быстро. Пробуем быстро на координацию. Ловили слово правильно. Раз. В сторону нога. Колено в сторону. Колено в сторону. Колено в сторону. Они там нет. А рука, Велеслава. Локтем коленки. Противоположный. Да, Лана, да. Лиза, что стоим, соображаем. Хорошо, следующее задание. Алана, боком становись. Выпади. Далее, небольшой выпад. Теперь, не выходя из этого выпада, меняем ноги.
понятно? Итак, пошли, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Не надо далеко назад. Раз, два. Пошли, меняем ножницы. Подряд, правая, левая, правая. Девочки, вы ровные ножки, мне не надо шпагат. 16, 17. Напрягите. 18, 19, 20. Николаевна, смотрите. Трещи менять. Давай. И подряд, ты должна подряд. Да, да, вы должны подряд. Мне не надо. Да, Оля, да. Николаевна. Да, Велислава, все правильно. Да, хорошо. А ладно, следующая. Да. Можно поперек коврика сказать. Зайдите солдатик. Хорошо, делаем. Алана, считай. Теперь начинается йога. Кто там у нас требовал? Они. Не только. Ручки поставили на пол ладошками, колени зажали, стоим. Ну, Лана, до пола, стоим, колени прямые. Да, Нита, это йога. Давай. Колени прямые, если вы... Вот как Даша, главное, колени прямые. Не достаете, значит, стоите сколько можете. Дашу, она не достает, но она стоит с прямыми коленями. Вот Даша стоит. Выверни ноги еще. Кто не достает, стоим. Соня первую позицию. Алла, ты будешь показывать зеркально. Нет, у вас вот эта нога. Так. Это левая? Да. Нет, это у тебя правая тоже. Вот эта нога, левую ногу. Встань в выворот. Смотрите, вы должны ее завести назад. И встать по позиции. Вот сюда. Ну, и наклоняйся. Заводим ногу назад, девочки. Мы заводим. Наклоняйся. И стараемся выжать колени. Наклоняйся. Лиза, пяточка к носочку. Дай эту ногу. Велислава, дай мне левую ногу. Опустись вниз. Держись за пол. Руками держись за пол. Ну, ставь ногу. Девочки, обратная пятая позиция. Да, Виолетта, да. Вот. Вот. Все встали. Кто там не может? Я же там только что всех поправила. Почти. Руки ставь на пол. Руки ставь на пол. Ох, видишь, как мало. Давай еще раз. Поставь руки на пол. Нет, с коленки вы должны, вот возле коленки стоит, с коленки положили сюда. Положили ровно ногу. И руки вперед поставили. Сидим. Сидим. Да, и вперед руки поставили. Как сидели, тогда вот здесь.
Владиславу осталось 5 минут. Я думаю, что он успеет еще один круг пробежать. Даже, наверное, и ускоряться не нужно. Участникам, которые будут двигать ощущения суток. Итак, 30 секунд. Хорошо. Двадцать секунд. Бежим. Посмотрели все на Федотову Полину. Лиза, почему ты косолапом взяла ноги? Пяточки соединили, стопы за пальчики прям взяли. И теперь надо выпрямить и сделать складку. Ноги выпрямляем. Стопы натянуты на лану, посмотрите, пятки вместе. Выпрямляй давай, выпрямляй. Выпрямить ноги надо. Полина, пятки вместе. Поехали вперед, пятки соедините, выпрямляем ноги. Оля, пятки соедини. Где болит? Где болит пресс? У меня пресс болит. У меня тоже. А у меня бедра болят. А у меня руки, потому что я их придавила. У меня руки пресс болят. Она болят. За пальцы возьми. Лежим. У меня пресс и руки болят. Сгибаем до 30. Раз, два. Левую ножку кладем прямо вот сюда. Вот чтобы ваш носок лежал на коленке. Все положили? А теперь передвигаемся руками, беремся впереди. Бери сюда руку впереди. Пятка стоит на полу, все, сидим. Это йога, что ли, такая? Сидим, сидим. Я ничего не поняла, я не упала. Ты в присед сядь, ногу положи, две руками. Вот. Все. Ваши два бедра. Сиди. Сиди. Пяткой давим пол. Вот твое бедро. Сиди. Сиди. Да, ваши два бедра, правильно, Велислава? Ой, у меня даже уже бедра болели. А у меня лодыжка. Павел сегодня на этапе показывает самый лучший темп пока. И похоже, километраж у него сегодня тоже будет один из самых лучших. И возможно, он будет даже претендовать сегодня на 3. Так что поболеем за него и подходим. Сегодня попу отрываем. Нет, кто не будет играть там? Кого нет, спросите у девочек. Оля, дай мне пожалуйста. Вам... Быстрее, одну булаву. Это маленькая головка. Рука прямая. Кажется, это правая головка. Головка спрятана у нас в руке. Пошли, наш участник пробежал уже 7 минут 20 секунд в пути. Руку не забираем. И по-прежнему показывает достаточно высокий темп. Дева, Терри, 4, раз, Дева, прямой рукой 3, 4, раз, Дева, Терри. 4. Мы не разговариваем, когда работаем. Раз, два, три, четыре. Далее в левую руку.
Смотрите. Молодец. Левую руку взяли, пошли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кого перекидывали? Пошли, сели. Уголочек. Перекидываем булаву. Раз. Два, ноги натянули. Три. И на большую возьми. Она тебе уже не по размеру маленькая. Вот так. Держи. Там Сияна. Три. Девочки там. Четыре, соедините ноги. Пять, сейчас три руки. Шесть, руки с ушами. Семь. Восемь. Девять. Десять, еще десять. Ребятки, еще соединяй. Восемь, вон он держится. Девять. Хорошо, только ноги соедини. Десять, опустились. Хорошо, перевернулись. Наверху булава. Легли, легли, булава наверху. Встаем, кладем за стол и опускаем. И пошли, раз. Два. Берем. Три, колени. Да, только колени прямые. Четыре. Пять. Шесть. Лиза, колени. Семь. Алана, за пятки. Стопы на себя, за пятки. Восемь, да. Девять. Четыре. Кому осталось меньше? Пять. Хорошо. Становимся на колени. Быстрее. Лава. Встали все вот так. Колени наверх. Да? Так, попа не торчит. Мне уже пресс заболел. Давай, четыре, держи спину, полностью вошли, давай, пять, шесть, спину не прогибаем, семь, еще одна у меня тут. Смотрите, что делаем. Сгибаем ножки. Раз, два. Ноги пола не касаются. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять. Стопы натянули. Шесть, семь, восемь. Раз. Ты даже не постаралась. Оторви ноги. Два, три, четыре, пять. Оставили ноги согнутыми. Теперь коленочки соединяем. Раз, два, три. Стопы натянули. Вот так сидим. И потом распрямляемся. Раз. Два. Девочки, посмотрели, ноги не сюда у нас смотрят. Вот, они смотрят на Алану, все ноги смотрят.
сели вот в такую позу все. Стоп, и натянули! Встреть! И выпрямляем их вперед точно. Пошли. И раз. Два. Будешь заниматься с нами? Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще раз. Упор присев. Это все на физкультуре делали. Упор лежа. Прыгнула назад. Упор присев. Выпрыгнула вверх. Отсюда выпрыгнуть и вверх. Понятно? Бёрпи. Сейчас я считаю. Всем понятно, что делать? Раз. Упор присев, упор лежа, упор присев, выпрыгнули. Два. Упор присев, упор лежа, выпрыгнули. Три. Руками наверх тянемся. Четыре. Пять. Выше выпрыгиваем. Восемь. Да, умница, Соня. Восемь. Девять. Десять. Самый лучший выпрыгиваем сегодня у Даши и Сони. Все, одеваемся домой. Ну, конец. Прям такая беда. Ну, прикольно. Прикольно. Иди сюда. Что, сегодня было лучше? Полегче? Ну, сложнее. Сложнее, наоборот, да? Но ты сегодня старалась получше. Сегодня старалась, зато получше. Да, молодец. Ну, вот так глядишь и начнешь хорошо.